этим визитом прибыла делегация из Греции. Наш город посетили начальники управления образования и директора школ городов Катерини и Салоники. В первый день своего визита гости из Греции посетили школу номер 6 имени Евдокии Бершанской. В программу первого дня визита вошло посещение самой новой школы муниципалитета. Школа номер 6 всегда отличалась гостеприимством и радушием. В ее стенах побывало немало гостей как из России, так и зарубежных стран. Вот и в этот раз делегация из Греции, в состав которой вошли представители образовательных учреждений и начальники управления образования двух греческих городов, прибыли, чтобы познакомиться с особенностями учебного процесса в школах Геленджика. В рамках встречи для гостей была организована небольшая экскурсия по школе. Первой точкой маршрута данной экскурсии стал школьный музей. Иностранным гостям рассказали об истории возникновения школы, лучших учениках и педагогах, о том, что в школе ведется большая работа по военно-патриотическому воспитанию. А с сентября 2017 года в школе изучают греческий язык. В музее почетные гости также смогли воочию увидеть форму советских школьников, после чего все гости смогли оценить достоинства школьной библиотеки. В завершении визита для делегации показали концерт. В программу вошли танцевальные и вокальные номера, подготовленные школьниками. С особой теплотой были восприняты танцы народов Греции. Школьники и их педагоги долго и тщательно готовились к этому мероприятию. По окончании визита гости отметили, что они остались в восторге от организации учебного процесса в российских школах. Классы, оборудованные современным технологическим оборудованием, дают возможность детям заниматься различными направлениями. И очень понравилось, что дети все вот такие гостеприимные, улыбаются и с большой любовью принимают иностранцев в своей школе. Так как он является директором межнациональной школы, как в моей школе, так и в школу, которую мы посетили, ученики разных национальностей учатся. Мы вносим в души детей, что нет различия между национальностями, что мы все равны. Наше сотрудничество, которое начинается и продлится долгое время, он уверен в этом, от него только будет польза. В смысле, наши дети, как греческие дети, так и российские греки, только от этого выиграют. Центральным же событием визита станет церемония подписания договоров о сотрудничестве между школами Геленджика и греческих городов. Продолжением знакомства греческой делегации с системой образования курорта стала экскурсия по Центру развития творчества детей и юношества. Ведь на сегодняшний день дополнительное обучение стало неотъемлемой частью жизни геленджикских школьников. Директора школ и руководители управления образования из городов Салоники и Катерини не только оценили успехи воспитанников центра, но и сами поучаствовали в выступлениях. В этот день делегации представили основные отделения центра – хореографическое, театральное, художественное и музыкальное. Раскрепощенная атмосфера практически с самого начала задала дружеский и задорный тон. Гости из Греции не стеснялись приглашать друг друга на танец. Конечно, педагогам из Греции было интересно увидеть то, что кардинально отличает наши творческие коллективы. В Центре развития творчества великолепно преподносят наш национальный колорит. Прочувствовать наши кубанские задор и удаль помогли танцы. Знакомили гостей не только с юными артистами, но и с их преподавателями. Многие педагоги за свой недолгий стаж работы в центре сумели достигнуть немалых высот и вывести коллективы на новый уровень. Как уже рассказала директор центра, этому хореографическому коллективу совсем немного лет. Но успели эти ребята со своим педагогом уже многое. Ей удалось за это время собрать коллектив из 115 детей. Плюс создать коллектив родителей. И коллектив педагогов. Восторг греческих гостей можно было наблюдать невооруженным глазом. Почти у каждого в руках смартфон или камера, чтобы успеть запечатлеть все разнообразие пестрых костюмов и энергичных движений. Тематикой всех выступлений стали культурное многообразие, дружба народов и мир во всем мире. Особенно понравились греческим гостям стилизованные казачьи и русские танцы.
После экскурсии воспитанники центра исполнили греческие песни и традиционные танцы. Остаться в стороне было просто невозможно. Иностранные гости и сотрудники центра вместе с воспитанниками сомкнули руки и исполнили традиционные сертаки, символизируя дружбу двух народов. Теплая дружеская атмосфера и море положительных эмоций подарили улыбку каждому гостю. Как известно, любовь и уважение к другим народам начинается с любви к своей стране и малой родине. Здесь, у стены памяти курорта, греческим гостям рассказали о подвигах геленджичан, которые не вернулись с фронта. Заключительным этапом экскурсии стало возложение цветов у вечного огня на центральной набережной, чтобы почтить память тех, чьими силами и жизнями досталось на мирное время. Сделать этот мир стабильным и прочным – задача нашего поколения. Главное – не останавливаться на достигнутом и продолжать развивать дружбу между народами.